8 минут до земли. В Хабаровске состоялась закрытая премьера документального фильма об авиакатастрофе в Амурской области. Это история о пассажирке самолета, амурчанке Ларисе Савицкой, которая чудом осталась жива. Картину приурочили к 40-летию со дня трагедии. Фильм уже увидели на родине героини в Благовещенске. Сейчас же команда посетила краевую столицу. На показе побывала и Надежда Лях. Я не знала всех подробностей. Думала, взорвался самолет. Так. Это первое интервью Ларисы Савицкой спустя годы молчания. 40 лет назад она стала жертвой авиакатастрофы в Амурской области. Падала на части фюзеляжа с высоты более 5000 метров. 3 дня прождала спасателей в тайге в Завитинском районе с переломанными ребрами и позвоночником. Страшно не было за свою жизнь, а страшно вообще, что произошло вот это все. Трагедия произошла в 1981 году, 24 августа. Вместе с мужем Лариса направлялась из Комсомольска на Амуре в Благовещенск. В какой-то момент в их самолет врезался бомбардировщик Ту-16К. Переживать эту историю снова единственной выжившей было чрезвычайно сложно. Она говорит, эту историю она не рассказывала ни мужу, ни ребенку. То есть все знают, что была такая история, но ей проговорить ее... Это довольно сложно. И только на 5-й день вечером, когда она уже к нам привыкла, она сказала: «Да, я готова». Документальный фильм «8 минут до земли» предшествует художественному. Его название «Одна». Премьера, как ожидается, состоится в следующем году. Изначально была идея у меня снять большой художественный фильм, в котором будет и сама авиакатастрофа, и 3 дня выживания. Вот. У нас Лариса Савицкая выступала консультантом. Она приезжала к нам на съемки, участвовала в написании сценария. Первыми 8 минут до земли увидели жители Благовещенска. Пришло много родственников погибших людей. И для них это было важно, потому что долгое время об этом вообще не говорили, вообще не вспоминали, потому что в Советском Союзе самолеты не падали. Вторым стал наш город. Он собрал 500 зрителей. Никто не остался равнодушным. Таких фильмов надо, конечно, побольше. Про настоящее. Я люблю все настоящее. И я стараюсь смотреть фильмы, которые на реальных событиях. Сама Лариса Савицкая увидит фильм на московской премьере в сентябре. Надежда Лях, Владислав Бойко, Вести Хабаровск.